В Госдуме одобрили законопроект об обязанности колледжей и вузов вывешивать флаг России. Норма распространится на детские сады, школы, гимназии и лицеи. Мы уже рассказывали об этой инициативе, когда она была еще на этапе рассмотрения. Тверичане поддержали такую идею народных избранников. Конечно, важно, чтобы знали, какой флаг нашего государства. Ну, я считаю, что будет обозначено, что принадлежность к Российской Федерации. Думаю, что нужно. Флаг России, конечно, это же наш символ. Поэтому единственное, что в детском саду, может быть, не стоит. А в остальных организациях надо. Флаг России нужно установить вообще везде. Не только на учебных заведениях. Принятым законопроектом предполагается установить в федеральном конституционном законе о государственном флаге Российской Федерации, что государственный флаг должен быть вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций, независимо от форм собственности, или установлен постоянно на их территориях.